12 января в Краснодаре прошел фестиваль-конкурс «Сияние Кубани», в котором приняли участие и воспитанники вокальной студии «Геннадий Адвар». Конкурс проходил с 11 по 13 января в Краснодаре. Организатор — творческое объединение «Сияние Москва» при поддержке Московского государственного института культуры и искусства. Международный конкурс «Фестиваль «Сияние Кубани» — это возможность показать свои достижения в области музыкального, театрального, хореографического, циркового искусства. В конкурсе приняли участие представители из разных уголков Краснодарского края, Москвы, Чеченской республики, Абхазии и Дагестана. Гагарская вокальная студия «Геннадий Адбар» представила на конкурс двух участниц – Мэри Долидзе и Инессу Григоле. Девочки привезли домой заслуженные первые места. Это был их первый выезд на музыкальное мероприятие за границу, отмечает Геннадий Адбар. Дети у нас шикарные, на самом деле, потенциал очень велик, на самом деле. И самое интересное то, что когда ты выявляешь в них вот весь этот потенциал, для педагога это лучшего, наверное, не существует, просто-напросто, понимаете? То есть это эйфория какая-то. Выявляя вот этот талант, вытаскивая вот так вот путем вот всех этих занятий, очень сложных, они у меня через слезы, через все, что угодно проходили. И говорили: не можем, не можем, не будем, не будем. Все на эмоциях должно быть. И любой человек, который должен петь, если у него не будет эмоций, он не сможет это сделать. А дети молодцы. Могу сказать отдельно огромное спасибо, конечно, детям. Почему? Потому что они, участвуя в фестивале 2 года назад, заняв первые места в энергетике, их заметили и позвонили мне и сказали: Геннадий Алексеевич, мы вас просим принять участие, потому что мы своих вокалистов не забываем. И это было настолько приятно, что мы решили поехать туда, естественно. 2 коллектива, 1 танцевальный, 2 вокалиста заняли первые места. Они заняли гран-при сухумчане, что очень характерно. В дальнейшем я хочу сейчас принять приглашение на московскую площадку, попробовать с народными артистами, что там будет происходить, это уже будет видно. У участниц остались приятные воспоминания от проведенного фестиваля. Доброжелательная атмосфера располагала к 100% музыкальной отдаче. Я занимаюсь музыкой с 8 класса. Участие в таком конкурсе для меня было очень важным событием. Это было очень волнительно, но мы смогли это сделать. Заняли диплом лауреата первой степени, и музыка – это для меня жизнь. В дальнейшем я хочу продолжить петь. Мне это очень нравится, и я думаю, что это мое. Я занимаюсь музыкой не так давно, всего лишь 9 класса. И этот конкурс – это первый выезд наш за границу. Конечно, мы очень волновались, но все-таки поддержка близких и родных помогла нам справиться с этим волнением. Мы заняли 1 место на этом конкурсе и довольны, поехали домой. Я хочу выразить благодарность своему учителю Адбару Геннадию Алексеевичу, своим родителям и друзьям за такую поддержку.